Я приветствую всех любителей и профессионалов покупок в интернете. Покупки эти необычны тем, что доставляются они без отслеживания трека, как это, к примеру, OnTracked, и кладутся прямо в почтовый ящик, чем приносят намного радости и положительных эмоций. Вот один из таких товаров. В описании написано Fishing Tackle. Какой-то рыболовный инструмент. Продавец застраховал его на $3, и он их обязательно, я думаю, получит по страховке. Ага. Да, действительно, это рыболовные перчатки. Давно хотел рыболовные перчатки хотя бы на зиму. На осень, летом они, конечно, не нужны, а поздней осенью, зимой возле лунки бывает зябко. Вот, чтобы пальцы не мерзли, вот такие вот перчаточки с нарисованной рыбой, что тоже приятно. Со стороны ладошки на них резиновые пупырышки, и это очень хорошо. Если схватить рыбу, она не выскользнет. Они резиновые, упругенькие, мелкие шипики. Рыбу схватишь, она уже не ускользнет от тебя. На запястье затягиваются резинкой. И, в принципе, они мне по руке. Рука у меня не самая маленькая. И размер как раз мой. Удобно насаживать пальцами, руки не мерзнут на ветру, по крайней мере не так сильно зимой, и можно рыбачить. И очень приятная поверхность с мелкими резиновыми шипами. Мне очень нравится. Наверное, закажу себе еще комплект или два таких перчаток. Внизу под видео в описании оставлю ссылку на магазин. Пройдя по этой ссылке, можно будет попасть на страницу заказа этого товара. А также ссылочку на кэшбэк. Кэшбэк – это частично возврат потраченных денег от покупки. Если зарегистрироваться по этой ссылке на сайте кэшбэк, то можно будет получать назад от 7 до 15% возврат денег за свои покупки. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, я покажу вам еще много интересных, необычных товаров, которые можно получить из Китая практически бесплатно. Если вы только захотите, все эти товары станут вашими.